Дамы и господа, звучит государственный гимн Финляндии, the national anthem of Finland. Дамы и господа, представляем арбитров сегодняшнего матча, судей Федерации хоккея России. The game officials for this game have been licensed and designed by the Ice Hockey Federation of Russia. Главные судьи, the referees for the game are Сергей Кондратьев и Павел Песков. Линейные судьи, the licensed are Матвей Цивицев и Федор Шарков. Спасибо, thank you.
За задержку соперника Тушки балл штрафа показан Саша Кухов, номер 36, который сейчас. Team USA, номер 36, Саша Кухов, команда США в полном составе. Team USA is playing in the full strength. Шайбу забросил Джек Диман, номер 49 команды США. Team USA, Олфон Майнабро Фокина, Джек Диман.
Вчера мы запросили все субъекты предприятия на третьем Добрый приказ, слава вам, дорогие, все субъекты предприятия. Еще один запросил час души, 51-й команды США. Голфтин Юрисы из Болбана Рорфифтимон, час души. Thank you.
передачи Эмилио Гагинза, номер 43-й, шайбу забросил Джереми Уоллер, 39-й, сейчас. Но в этом мире сейчас команда была Джереми Уоллер. Ассистент команда 43, Люк Гирс. Команда Финляндии играет в полном составе. Тим Финландес, Финляндия, Финляндия.
За удар с обеденной клюшкой Малыштрафу наказан Рамин Санкуи, номер 46 команды США. Team USA, номер 46, Рамин Санкуи. Сегодня с вами Рамин Санкуи. Вот мы слышали, что мы будем все стоять. И мы все стоим, мы будем слышать. Последние минуты первого периода. One and a half, the first period. Thank you.
We'll be right back.
Команда США играет в полном составе. Team USA is playing the full strength.
Команда Сучёвка в полном составе. Team USA is playing in the full strength.
Идет видеопросмотр игрового момента. The play is being reviewed. Yeah.
с передачи Райана Сахарина в 46-й. Шайбу забросил Джек Хьюз, номер 34-й команды США. Группа номер 6, группа номер 24, Джек Хьюз. Ассистент по номер 46, Райан Сахарин. Thank you.
Последняя минута второго периода. One and left in the second period. Thank you.
Шайбу забросил Джимми Солт на 9-й карте Филенни. Girlfriend Independence, won by number 9, Jimmy Zone, assisted by number 18, Miriam Mariella, and number 23, Miriam Chandler. Команда США в полном составе. Team USA is weighing at the full strength. Thank you.
Команда США играет в полном составе. Team USA.
Последние 2 минуты третьего периода. Тюмень-Сахарный ДРБ. Главный судья вносит поправку. Передача Ели Германа, номер 16, и Вилья Мэгдена, номер 26. Шайбу забросил Вильям Сандри, номер 23, на наблюдение. Гол коррекшн. Гол коррекшн скор по номеру 23, Вильям Сандри. Ассистент по номеру 26, Вилья Мэгдена, и номер 16, Ели Германа. Thank you.
Дамы и господа, по правилам Международной Федерации Хоккея, в случае ничейного результата в основное время, после трехминутного перерыва назначается дополнительный 5-минутный период до первой заброшенной шайбы. Ladies and gentlemen, according to the IHF regulation, it says the score is signed after regular time. A 5-minute sudden victory overtime will follow after 3 minutes of intermission. Дамы и господа, матч окончен со счетом 5-4. Победу одержала команда Соединенных Штатов Америки. Ladies and gentlemen, the final score of today's game is game
National Traditional Hats Bure. Для проведения церемонии награждения на лед приглашается тренер команды Салават Юлаев Томми Ласса. Ladies and gentlemen, please welcome coach of ice hockey club Салават Юлаев Томми Ласса. Лучшим игроком команды США признан Час Лучерс, номер 51. The best player will be number 51, Час Лучерс. Alexei Malinin.